Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест интересного героя. Это у нас будет вот такой вот Бигфутик, девятая Огненка, которая дает плюс 40% жизни, также отражает 50% урона, доспех. Также я решил потестить вариант с новой маскировкой, возможно, и с оживой потестим вариант. В общем, такая вот сборка. В снаряге он у нас собран на уклонение. То есть, по идее, он должен сейчас тащить. Поехали, начнем с рейдов. Посмотрим, что он тут нам сейчас натащит. Сам по себе герой такой, скажем, не с молодых уже. Ну-ну-ну-ну-ну, видите? Вот и все. Вот и все. Весь тест против смотрителя ты ничего не сделаешь. Как бы ты ни старался, даже при таких статках 1,3 ляма, 50 атаки, опять же, я против смотра ничего не могу сделать. С Фрея нас шатанет. Как это тут тоже смотритель? Зеленый смотритель, то есть он не дает ничего сделать герою. Как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, даже если мы сейчас поставим оживу, вроде он должен и резнуться, да? Но мы опять же ничего не сможем сделать в этом случае. Вот раз-два и все, заблочили. Даже не успели юзнуть новую эмблемку. Вот так вот. Поехали на PvP локации, попробуем. Так, тут мы ничего не попробуем. Давайте уже тут отвоюем как есть. В общем, для Бигфута реально ничего не поменялось. Смотрите, насколько смотр тащит. А там Роза уже достала до камешка. Так, Form Team. Ну, Бигфутик сам по себе реально очень классный герой, но я не знаю. Я вот с ним побегал, посмотрел. Что двадцатка, что тридцатка, честно скажу, одно и то же. Смотр везде решает. Ну тут вот смотрите. Вот и все. Вот еще раз закреснулся, его слили. Еще разок его опять же слили. То есть как будто его и не было. Какая бы там ни была прокачка. Вот есть герои, которые реально на тридцатке вытаскивают. Тут без вариантов просто. Просто смешно смотреть на это. Вот видите, что смотр просто унижает. Ну и плюс, конечно же, герои прокачанные. Давайте ради интереса побежим сразу же в ЗБшку. Попробуем здесь его заюзать. В такой сборочке. Может, здесь повезет. Против Фрейки. Как-никак он все-таки максимальный у нас. Ну вот, включился, заморозил. Шанс есть. Но опять же, тут не максимальные герои. И все равно Фрея там... Не, Фрея его не добивает, от хила у него хватает. Ну тут затащил. Ближний бой получается, он добегает до Фреи. Мы героев отправили в инвиз. Так, ну давайте против этого попробуем. Самый большой его плюс то, что он замораживает и у него отхил. Вот это вот его преимущество. Ну, так, смотрим. Вот смотрите, как чудесно. Подморозил Фрей и все.
Мы сейчас фрага должны ушатать. 99, 100 тысяч отхил. Давай тащи. Не дай Фрейя, отлично. Ну, вроде как бы и тащит. Я бы не сказал, что все так плохо. Ну, давайте попробуем против этого. О-о-о-о! Да, именно тот вариант. Моментально. Просто моментально. Прикольненько, конечно, все смотрится. Да уж. Вот так вот. Попробуем, может, тут будет что-то интересное. Нет, тут урон даже без эволюции. Ну, тут вроде и не пробивают. Не знаю, для него все-таки жесть. Ну, ожива нас спасла, видите? То есть эмблемка, по сути, его не спасает. Ожива спасает, эмблема уже не спасает. Фрейя, посмотрите, как Фрейя дамажит. 11-й скилл. 7-й просто прорыв против 30-го. И разницу видите, вот Фрейя. Сейчас, кстати, на Фрейю загрелся. И, точнее, на ее голубей Фрейю не особо дамажит. Ну, то есть тут без вариантов я не смогу ее убить. Там утекание, судя по всему. Так вот. Ничего ты тут не сделаешь. Как бы ни старался. Как видите, 30-е прорывы для некоторых героев дают реально какой-то бонус. Они нереально крутыми стоят. Некоторые вообще не меняются. То есть надо будет сделать еще тест на Рину. Ну, как видите, там, в принципе, такой же герой, даже, наверное, похуже, потому что Рину менее такой универсальный. Давайте против такого же попробуем. То есть еще преимущество, точнее, не преимущество, минус этой эмблемки и этого таланта получается в том, что он включается только и дамаг дает, когда героя хп меньше 30%. То есть, по сути, не актуально. Вот, например, на атаку на битве гильдии мне он нравится, реально очень крутой. И на деф, в принципе, тоже неплохо. Саживый будет смотреться, правда, не на всех героях. А вот в остальных случаях такое себе. То есть пока со всех героев, которые у меня были, реально мне очень понравилась Фрейя. Ну и Махатма, в принципе, неплохо получилось. Вот и все, отбегали. Видите, как быстро. На подземке, в принципе, как вариант. Тут нас, наверное, просто сейчас вынесут, мы даже ничего не увидим. Как и всех. Еще там что-то сопротивляется, посмотрите. То есть минус получается. Ну, герой вроде и классный, но смотритель просто шатает. Давайте попроще подземки возьмем. Минус это... То, что если герой дамажит больше твоих 70%, та же Фрейя, у которой там мега бешеный урон, ты ничего не сделаешь. Тебя не спасет эта эмблема. А вот, кстати, на подземках для некоторых героев она реально будет очень хороша. Ну, тут понятно, тут он будет... Их просто сейчас унижать.
И его даже пробить не могут толком. То есть, как видите, у него отхила больше, чем их атака. Но это пока здесь, сейчас попробуем на других. Ну, урона у него тоже немного, он не особо там дамагер. А у нас уже смотр даже появился. Ну, резнулись герои все. Давайте кошмарку пятую попробуем. Показывал я здесь тыковку. Вот видите, Атлантик резнулся. Он сейчас на Атланте просто слился из-за того, что включился. Просто жесть. Да, отхила много, но это я скажу его. Смотрите, раз, минус миллион. Это его не спасает вообще. Даже мой смотр тут ничего сделать не может. То есть, если он не включен, он станется. Сейчас вроде нормально пошло против черепа. Все, череп включился, интересно. Смотрите, череп не пробивает. Смешной урон от черепа, конечно. Вот начал пробивать. Я вот не могу понять, откуда такой урон бешеный, если они его не пробивают практически. Миллион сто показывает. А, ну, в принципе, да, это 70%. То ли там череп с каким-то СУ, не могу понять, почему он так шатает жестко бывает. Наверное, скорее всего. В общем, такие вот пироги, ребятушки. Вот такой вот бугич, который, по сути, ничего себя не показал. Не смог показать. Вроде, казалось бы, максимальная прокачка. Ну, соло он ничего не тащит. Можно, конечно, такую сборку еще потестить. Ну, вариантов, как бы, сборок очень много. Я просто вам показываю, что герои могут на максималке. И, как видите, Бигфутик, Врибогич, ну, Бигфутбук, ничего не может. Вот сейчас вот получше с выживанием, он получает просто нули. Все равно слился. Вообще слился. Вот так вот. Вот такая вот, ребятушки, имба, которая на тридцатке, по сути, ничего из себя не представляет. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.